господин Гагуберидзе. В отличие от других семинаров, на этом семинаре присутствовали профессионалы российского бизнеса, лучшие продавцы товаров Made in Italy. Итальянский предприниматель прислушается к их мнению или будут продолжать работать в соответствии со своим представлением о российском рынке? И что будет с теми, кто не прислушается к ним? Думаю, конечно, именно на это и нацелен сегодняшний форум, для того, чтобы итальянские предприниматели услышали голос русских предпринимателей. Что же нужно сделать здесь? Очень многие годы мы учились у итальянских предпринимателей, как делается бизнес. Мы попытались это инсталлировать на нашу российскую систему, адаптировать, инсталлировать. А теперь мы рассказываем, как нужно развиваться или как двигаться вместе. Мы надеемся, что они услышат наш голос и, конечно, будут развиваться, продолжать развиваться вместе с нами. Хорошо. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания.